Циркуляция тарифов по своей игре My Garage. Восстановление копейки, продолжение, так сказать. В принципе, все вырезал в прошлом выпуске. Нам осталось что это снять, реактивную тягу или как она там. Вот этот болт снимаем. Все, пол у нас дальше будем сняться. Все. То теперь пол мы сняли. Теперь нам остается купить недостающие детали, так сказать. Сейчас резко поедем на этом Мерседесе. Магаз и купим то, что не хватает. Все, газуем. Такая тонировка, аж ничего не видно. Здесь будет Санём. И остановимся. Магазин залетаем с ноги просто. Выбираем кузов. Выбираем машину Лада. И теперь мы выбираем что? Мы выбираем. Так, где он? Елки-палки. Пол L берем. И пол багажника берем. Также мы берем бензобак. L4. Или I4 как-то. Правильнее будет. Также выхлоп сразу берем другой. Что нам потом возиться? Нитро возьмем, сразу поставим. Давай сразу и Брасиля поставим. Что нам париться? Возиться там эти карбюраторы, карбюраторы поставил. Карбюратор перформанс и все, поехал. И бензобак тоже. Теперь это все добро нам нужно забрать с собой. А рюкзак у нас большой. Это тоже заберем. Что еще? Так, сейчас посмотрим. Это что у нас? По-моему, это у нас такой момент. Я уже не помню. Хотя вот этот аппарат, пескоструй, тоже нужно купить. Чем мучиться всякие это хлам покупать? А где он? Я его не купил разве? А, вот же он. Пескоструй. Все, поехали. Купили как-то надо. Ручник сними, да. Все. Боком залетаем. Стой, стой, сейчас опять машину накрыть. Ладно, здесь остановимся. Посреди дороги чисто. Ага, и залетел. Все сюда скидываем. Подключаем новый пол. Это тоже сюда. Так, это тоже сюда. Сразу нужно поставить. На болт закрутить. Так, теперь тягу тоже поставим. Здесь. Теперь у нас такой момент. Пол у нас держится. Можем его вообще не заваривать. Смысла никакого нет. Но все равно пару моментов заварим, конечно. Заходим в магазин, нам нужны пачка электролиза, даже несколько пачек. Покупаем несколько пачек электродов и уходим. Давай быстрее бегай, бегай, бегай. Скидываем все пачки электродов, берем сварочный аппарат. Сюда. Вставляем пороги. Ажи. Попробуем вот этот самовар использовать. Как? Из кастрюли, да? Не понял. Его что, заправить надо, что ли? Чем он заправляется здесь? Что за яма это? Ну, если не пожалел, что его купил. Да, пока что-то закинуть, песок, чтобы засыпать надо. Он не работает. Ладно, потом разберусь, он должен работать. Что-то там не то просто. А так пока чисто болгаркой нужно
Зачем болгарка? Болгарки тоже пойдет. По старым бездедовским способом. Смотрим, что здесь осталось. Это полностью очистили порог. Это тоже вставляем сюда. Вставляем сюда. Еще он не заходит сюда. Вот. Дверь открываем. Электрод берем. И вот здесь стык. Здесь стык. Вот здесь. Здесь все переварено. Чисто по колхозному берем. Пару стыков основных делаем. Лестницу тоже можно стык сделать. На багажнике тоже. Все, в принципе. Дальше можно ничего не делать. Все равно от первого столба ее разобьют машину. Опять все заново делать придется. Еще у нас где-то есть ржавчина осталась вот здесь, на этой двери. Все, сейчас точно убрал. Здесь на капоте тоже. И здесь на фартуке, там, переднем телевизоре. Все. Теперь полностью я убрал ржавчину. Бензобак тоже поставил. Сидушку тоже надо поставить, у меня здесь было как раз черная Black Edition сиду. Даже два сиденья здесь сам. Потом вторую поставил, сейчас лень. Лень, как говорится. Все, закрутили. Закрывай. Теперь надо нам взглянуть. Бензин заправить. Наушники стоит. Так, давайте сразу поставим сюда дросселя. Этот вонючий карбюратор снимаем. Эти болты снимаем. Нам уже весь старый клон поставить пока. Турбожига получается такая. На дросселях. Плюс 60 лошадиных сил. Все готово. Теперь глушак поставим. Новый. Давай доснимайся. В смысле у нас нормальный? Он же убитый был. Он сейчас нормальный стал. Не понял, ладно. Прикольно, не понял я. Ладно, на одной болте пусть держится. Бачок сюда поставим. Где мне его зафиксировать? Вот интересно, конечно. Вот он, вот он. Все, выхлоп есть. Вот это последнее осталось. Изюминка, как говорится. Все. Это тоже поставили. Осталось бензин залить. 95-й. Алхайский 95-й. Теперь машину вот сюда толкаем. Толкачом поедем. Ручник снятый, да. Теперь вот так вот и толкать будем. Теперь стоит. Теперь вот сюда. Давай, давай, давай. Осторожно, осторожно, осторожно. Эх, короче, сюда, наверное, блядь, и заеду я. Теперь вот так. Нет, не только не стол. Чуть-чуть прям. Не задел. Ладно, отсюда налить, что там? Пару капель. Придется купить эту канистру опять. Это Мерседес куда припарковался?
Берем канистра. Вот же он. Вот же он, вот же он. Заливаем. 87 центов. У нас бабки есть, есть. У нас бабок куча. А теперь заливай. Все, это хватает еще. Давай, 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 закрывайся, крышка. Все. Теперь заливаем нашу жигу. Задний фонарь тоже поменять надо. Пол бензина уже разлил мир на воздух. Все, ништяк. Чисто первый запуск. После восстановления полностью восстановили кузов. Осталось только покрасить. Двигатель только прокачали, осталось стартер сделать такие моменты по мелочи. Выхлоп поставили. Бомба вышла просто. Назад, а ну-ка. Нормально идет, нормально. Ну неплохо она идет. Спокойно, спокойно, нормально идет, нормально. Лес сразу вернемся. Единственное, вот подвеска, как поворачиваешь, я не знаю, что она так соедает. Медленно едет. Надо починить подвеску. А так, если прямо давай, нормально она идет. Все, сотку набрала уже нам. Тормоза тоже туфта. Так, заезжаем на покраску. Сейчас будем накидывать кинцвета, лучше заглушить, а то бензин опять закончится. Магазин бегать тоже не охота. А ну, Black Edition как будет? Неплохо, но у меня уже Black Edition есть. Надо же есть черный Edition сделать. Red Edition. Вот это другое дело просто. Что за кузов просто? Бомба. Не оделайся за бугом. Сейчас оденем. Просто бомба, не? И другой цвет сделать, я не знаю сейчас. Да не, красный бомба будет. Чуть-чуть потемнее надо его сделать. Такой темно-красный. Вот теперь бомбочка просто. Вишневая копейка. Пойдем-ка. Ага, полчаса заводится. С салоном займемся сейчас. Опять чуть не ударил. Вот здесь наш колпачок. Райдерсон здесь, да? Хорошо, тогда сюда ставим. И закрываем. Ну что, поехали. Салончик сделаем. Торпеда все поменяем. Инструменты там сразу купим в магазине. Мы же богатые. Ай, сол. Газуем, газуем, газуем. Тормоза ужасные. Ручник дергаем. Глушим мотор. Скоро по магазин закрывается. Что у тебя есть, отцок? Что у тебя есть, скажи да мне. Не будем стоять. Этот чанда подойдет сюда на копейку. А тут на шестерку вообще подходит. По-моему, сюда вообще не пойдет. Да-да-да. А, нет, что-то есть, видел галочки. Закройся, да. Надоело эта штука. Ва-ба-ба. Во!
Думаю, стоит это поставить. Пока только одну оставлю. Пока так пойдет. Там можно убрать и наш камушек. Отвертки возьмем сейчас. Здесь ящик был. А вот он. Он пустой, да? А, да. Сейчас сюда закинем заранее. Так нормально будет. По интерьеру сейчас пройдемся, что там? Торпеду новую. Потом что? Все потом. Это тоже черное все. Чернее черного все должно быть. Такой момент. К сожалению, обшивка есть какая-то вообще. Коричневая нам такая не подходит. Это все заберем. И пройдем в машину. Товарищ. Поехали. Тут чемодан, наверное, он так уходит. Да-да-да. С ним. Потом под конец посмотрим, как подходит, не подходит. Сейчас поменяем эту штуку. Все, этот потолок выкидываем. Он уже свое отслужил. Все, готово. Теперь ставим черный. С завода надо черный стоит, а не знаю, почему он не стоит. Конкретно вид меняет сейчас. Кто бы что ни говорил. Это сейчас плохо. Шепишь. А вот. Или нет. Сейчас такой момент, это зеркало забагалось. Даже щетки можно снимать. Не знал даже. Как если эти щетки надо было включать в этих Жигулях? Sit down, please. Come on. Во! Все, бац, поставили. Отвертка. Отвертка. Все. Нормально. Очень нормально. Это что такое? Вая, он не поставил все. Как так? Придется опять снимать. Да. Скучно так. Постоянно снимать, разбирать, снимать, разбирать. Ну ладно. Зато результат какой. Раз. Козырек. И два козырек. Он тоже надо закрутить. Фонарь тоже включить. Во! Сейчас прям в салон сядешь, нормально, комфортно стал. Вид нормально поменялся. Диски может тоже поменять, желательно. И так, все, салон тоже весь. Этот торпед древний убрать надо вообще, грязный такой. Так, отсюда снимаем. И в мусор кидаем. Все. Папки тикают, деньги идут. Давай ты закрывайся, да, елки-палки. Не хочешь закрываться. Здесь бардачок должен быть. Че, нет, что ли? Походу нету. Эх, не бардачок, а этот. Хотя не бардачок. Вот этот спидометр, да, спидометр. Панель про, да, лучше черный поставить. Че париться-то? Да, черный. Раз черный, так черный.
Все. Четко, четко. Бампер еще не поставил. Отлично. Так, исповедим. Уже ночь. Не, уже обед. Чуть-чуть там посветлее время сделать, а тут темновато. То тоже заняться до конца до ума довести. Четкая машина. А передняя подвеска вообще устала. Выхлоп тоже бомба, честно говоря. Это вот здесь может быть паркануться. Здание лучше вот здесь. На разворотах она ужасная. Но если нитро использовать, в принципе, неплохо еще. Пойдет, так сказать. Вот здесь можно тормознуть. И выскочить. В общем, до такого состояния довел эту машину. В принципе, этот выпуск можно завершать. Понравилось, поставьте лайк. Про розыгрыш тоже не забывайте. Вот там 200 лайков наберем. Разыграю либо Бимаджи, либо Майгараж. Я уже, наверное, пятый-шестой раз это говорю, потому что вы никак не набираете эти лайки, поэтому до сих пор ни одного розыгрыша не было. Так, будете набирать лайки, пожалуйста, постоянно будем розыгрыши делать. Короче говоря, вот такой вот момент. Все, теперь я устал. На этом все.